Здравствуйте, меня зовут Юрий. В этом видео я покажу, как приготовить ржано-пшеничный хлеб на кефире в хлебопечке Panasonic. Рецепт простой, но немножко внимания нужно уделить. В процессе приготовления я также расскажу о некоторых особенностях работы хлебопечки. Начнем закладывать ингредиенты. В первую очередь закладываем сухие дрожжи. Если я готовлю без отсрочки, дрожжи закладываю на дно формы для выпечки. Если я готовлю с отсрочкой, дрожжи обычно закладываю в отдельный диспенсер, для того, чтобы они раньше времени не соединялись с жидкостями. Далее закладываем ржаную муку. Насыпаем пшеничную муку. Наливаем подсолнечное масло. Насыпаем соль. Закладываем мед. И наливаем кефир. Кроме кефира нам нужно залить и воду, но на стенках стакана из-под кефира осталась часть ингредиентов. Воду наливаем сначала в стакан из-под кефира. Готовим на программе ржаной хлеб. После того, как мы нажимаем старт, кажется, что ничего не происходит. На самом деле это идет процесс выстаивания. В процессе выстаивания все ингредиенты выравниваются по температуре перед дальнейшим замесом. Далее идет этап замеса продуктов. После завершения замеса начинается этап подъема теста. Обращу внимание, что если тесто очень плотное, иногда можно дополнительно разгладить его влажными руками, для того, чтобы хлеб получился более красивый и имел более ровную форму. После того, как тесто поднялось, начинается этап выпечки. После того, как хлебопечка подала сигнал, вытаскиваем хлеб и размещаем остывать на решетке. Остывший хлеб разрезаем. Я думаю, вы слышите, какая хрустящая корочка у этого хлеба. Ну а теперь посмотрим, что у нас получилось, и оценим хлеб на вкус. Мякиш достаточно плотный, есть легкая кислинка, она меньше, чем у дарницкого хлеба, но она все же заметна. Корочка хрустящая, наверное, даже достаточно твердая. Если вам не хочется получать твердую корочку, после остывания можно просто положить хлеб на время в пакет. Корочка немножко отсыреет и уже не будет жесткой. Хлеб вкусный, но без особых изысков. То есть такой традиционный столовый хлеб на каждый день. Готовить его просто. Ингредиенты для такого хлеба найдутся в холодильнике, наверное, у каждого. Поэтому надеюсь, что такой хлеб станет одним из частых гостей в вашем доме. Рецепт хлеба, как обычно, вы найдете в описании под роликом. Ну а если видео показалось интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание.